Впервые в Черногорске. Команда КВН-борцы. Ну что, раскачаем этот зал? Поехали! Опа! Давай! Оп-оп! Продам три колеса от девятки. Не надо? Ну тогда куплю одно колесо на девятку. Короче. Ну и в конце хотелось бы сказать. Здравствуйте. Уважаемые светлогорцы и их светлогорки. Вас приветствуют борцы. Да, мы что, приехали-то? Не, кого спрашиваю? Да тихо ты. Мы что, приехали-то? Просто мне вчера Александр Васильевич звонил. Я, к сожалению, трубку не успел взять. Алло. Вы ничего не путаете? Так-то музыкаль фестивальный. Так это что, петь надо? Ну, желательно, обязательно. Так мы же не умеем петь. Есть идеи? Есть. О. Ты что, живой, что ли? Кстати, это Саша. Саша мужик. Его жена недавно сына родила. О, поздравляю, Виси. Молодец. Молодец, мужик. Так что там за идея? Встречайте, человек-клаксон. Какой еще клаксон? Иди отсюда! Ты что, не понял, что ли? И без тебя хватает здесь уже идиотов! Слышь ты, Бритни Спирс, еще одна такая выходка, и не будешь больше играть в нашей команде. Спасибо большое. Да нет. В смысле, предложи что-нибудь музыкальное. Ну что музыкальное? У нас нет голоса, нет слуха, и вообще мы не понимаем, что говорим. Ну, рэп так рэп. Качаем так! Головой мы вот так. Это не сложно и не в напряг. И даже Светлаков качает в так. Может, это знак? Это коньяк! Юлий Салам, он Ович Гусман, наш земляк. А с Галустяном вы похожи, как две капли. Воды? Лучше кофе. Нет, 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 нет. Базару нет, нет. Базару нет, нормально рэп прочитали. Да, хорошо, неплохо получилось. Ну, хоть что-то в своей жизни прочитали. Молодец, Саша. Смешно. Ты, наверное, сам это придурок. У тебя последний шанс предложить что-нибудь нормальное. Ладно, есть у меня один вариант. Приберег его, так сказать, на черный день.
Встречайте, наша землячка из Сургута! Че, понравилось? Не очень. Ты кто? Я Анжелика Фролова, участница «Голоса» первого сезона, третьего сезона телепроекта «Вышка». Подожди, 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 не так быстро. Я Анже. Че там дальше? Ну, так как ты наша землянка, тебе нужно спеть. Да так спеть, чтобы Александр Васильевич взял все кивины, подошел к нам и гордо так сказал: «На!» На тебя последняя надежда, Анже. Ребят, вы не волнуйтесь, у меня есть свой человек в жюри, и он нам обязательно поможет. И кто этот человек? Сейчас все узнаете. Красив, очень мелодичен он. Но тут только два варианта. Либо Валдис, либо Пельш. Мудрец, бородат он и умен. Гусман! Ну да, как скорее всего, да. Может быть. Замечательный актер. Без рук. Светлаков. Надо одного. Ну тогда Сергей. Он голосит. Пелагея. Сидит он в жюри. Слепаков. Вот он смотри. Куда? Я не победил. Ну да, прикольно ты договорилась. Да, только я с Галустяном договаривалась. Ну все же, Александр Панайотов. Ну а ты, Анжелика, в двух словах расскажи, каково это снова вернуться на Первый канал. Ой, ребята, Анжелика знаю... Фролова. Ну и в конце. Мы точно уверены, что заберем большой кивин золотом, и неважно, какая команда его выиграет. Ну а для вас выступали борцы. Спасибо. Пожалуйста. Oh my God.